Циклоны накрыли Хабаровский край еще на прошлой неделе, но коммунальщики до сих пор устраняют их последствия. Жители краевого центра жалуются не только на неочищенные дороги, но и на беспорядок на остановках, лестницах, виадуках. Наши корреспонденты попытались пройти и проехать по городу. Что из этого вышло в следующем сюжете. Вон, там вообще невозможно пройти, что делается во дворах. Все ходят, злятся. Хабаровск в последние дни местами стал непроходимым. На перекрестке Волочаевской и Амурского бульвара, ко всему прочему, добавилась коммунальная авария. Кипяток, правда, растопил снег вдоль обочины. Аварийные службы течь устранили и присыпали дорогу песком. Но проблемы растут, как снежный ком. Таких проблемных участков в Хабаровске несколько. Например, вот этот на Амурском бульваре. Здесь на дороге образовались ледяные камни. Из-за них водителям приходится ездить только по левой стороне, потому что по ним ездить очень тяжело. Подняться-то нормально, а вот спуститься с нее. Там надо это. Сложнее будет. Дети даже горки сделали из лестницы. Обновленная Тургеневская лестница, как и многие другие, не почищена. Аналогичная ситуация на виадуке на улице Ленинградской. Ею, кстати, пользуются и китайские туристы, которые живут в гостинице неподалеку. Местным жителям ее тоже не обойти. Ну, здесь, наверное, не всегда так. Может, просто не успели почистить или что? Ну, с той стороны еще более-менее. Мы хотя бы ребенок сам шел, я его держала. А здесь вообще невозможно еще вниз спускаться. Убрать снег с улиц по нормативам коммунальщики должны в течение 6 часов после окончания снегопада. По плану начинаются с везущих районы Хабаровской магистрали и остановках на них. На судоверфи же карман плохо вычищен и не может вместить несколько автобусов сразу. Водители вынуждены выстраиваться в очередь. Вообще не чистит, дорога вообще плохо, не сможем ездить, графики не успеваем, все жалуются. Полоса стоит, если вдруг скользкая сейчас дорога, вдруг туда тянет, ДТП создается. Мы тоже не виноваты же, правильно? Все плохо, конечно, дороги все не чищены, все. Первый микрах, вот зайдите, посмотрите, там вообще жуть. В мэрии говорят, техника не справляется. Износ автопарка 80%. Машины регулярно выходят из строя, а детали импортозаместить нельзя. Естественно, техника на 80% у нас старая, импортная. Ну и здесь возникают проблемы не только с ремонтом, но и в частности приобретением запасных частей. Пока Хабаровск оправляется от прошлых циклонов, синоптики уже прогнозируют новый. Снег в Хабаровске ждут уже в пятницу. Он будет идти почти все выходные. Арина Солдатенкова, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния».